дорогие друзья, наконец-то расцвело. Как видели, уезжали в темноте, поэтому на связь я с вами не выходил, и был Моргенштерн с вами. Мы едем сегодня в Питер всем нашим большим семейством. У нас 6 человек, 2 машины. В одной машине в Наталиной сидят наши старшие дети, Алинка с Антохой. А в моей машине я, дедушка. Так, добрались до дачи, уже расцветает потихонечку. Забираем дедулю, сажаем его к себе в машину. Приветик, приветик, приветик. И мчим догонять девчонок. Наш главный театрал, ну и Улька, как обычно, там спит на заднем сиденье. А едем мы, ну, конечно, по названию ролика уже догадались, в Мариинку смотреть балет «Жизель». И, естественно, с нами еще и Трентюха, совсем забыл вам это сказать. Он тоже сидит у Наташки в машине. Ну, я думаю, что он сейчас лежит и отсыпается. Так что мы забронировали на Airbnb большую квартиру на нас всех 6 человек. Трентюхе тоже там разрешили переночевать. Поэтому Airbnb, квартирка нас ждет. Но мы едем по М11, трасса, которая Нева называется теперь. Я не знаю, кстати, как давно она так стала называться. Но вот сегодня она в навигаторе у меня показывается как Нева. И когда я клал деньги на транспондер, чтобы оплачивать дорогу, сайт даже поменялся. Он раньше назывался М1558, а теперь он называется М15-Нева. Вот, так что, видимо, недавно эту трассу переименовали в Неву. А может и давно, фиг его знает. В общем, едем, примерно 250 проехали, осталось около 400 до Питера. Все у нас нормально. По традиции, раз мы едем в Питер, то обязательно нужно около чижика-пыжика покидать монетки, чтобы выполнить все наши желания по тем монеткам, которые останутся на памятнике и рядышком с ним. Вот дедуля взял с собой баночку с монетками. Смотрите, сколько у нас монеток. Как думаете, все желания будут использованы? И более того, я так понимаю, что в этой банке только валюта, да? Нет, нет. Разные есть все. Вот рубль. Посмотрите, какие монетки дед решил на чижика-пыжика покидать. Я так понимаю, что вот это вот 50 евроцентов. Вот рядышком я вижу здесь 20 евроцентов. В общем, нормально так. Чижик-пыжик мог бы сегодня обогатиться, но хорошо, я решил немножко проконтролировать, что тут вообще лежит. Сейчас на следующий отпуск себе насобираем. Был расход 9,4 на 100 километров. Леха говорит, поехали 140. Поехали, едем. Смотрю, 150 у меня расход, 10 литров. Все, бензин кончился. Покупайте машины с большими бензобаками. У Наташки лампочка горит. Мы в Москве заправились вместе до полного. У Наташки горит лампочка. У меня еще компьютер показывает 220 километров. То есть я, в принципе, до КАДа доехал бы. А вы знаете, что самое главное надо знать, когда едешь на балет? Точнее, что надо прочитать обязательно. Либретто. Едем мы на что? На Жизель. На Жизель. Балет. У каждого балета есть либретто. Либретто. Вы в машине читали либретто, но вы читали не либретто. Либретто – это большая штука, по которому пишется музыка. То есть каждый танец расшифровывается, то есть либретто – это не одна страница. А уже когда хореографы ставят свои танцы, там многое отличается от либретто, и это называется краткое содержание балета. Вот я постарался соединить либретто с кратким содержанием, чтобы было понятно, что они там танцуют. Итак, «Жизель». В основу балета «Жизель» положена старинная поэтическая легенда о Виллисах, невестах, умерших до свадьбы. В полночь Виллисы выходят из своих могил и танцуют, стремясь продлить свои девичьи пляски, которые прервала смерть. Горе путнику, который встретится им. Одержимые мстительным чувством, Виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво. Это старинная легенда. Ганс, тот, который вот ее лесничий, проникает в охотничий домик и похищает шпагу Альберта.
графским гербом. То есть он догадывался, а когда он увидел шпагу с гербом, уже был уверен на 100%, что это граф. И обманул. Ну, видео отец, а не его. Видео отец. А, отец Борис Матвеев. А, мы поняли, что отец этого чувака. Адольф. Они остановились, Бента и отец Борис. Они остановились отдохнуть в деревне. Потили, очарованной красотой и танцем Жизели, танцевал Бурнин, дарит девушке дорогую цепочку. Охотники уходят отдыхать, и крестьяне начинают свой праздник. День урожая. Сольная вариация Жизели, крестьянская ПДД и крестьянский танец. Крестьянская ПДД. А что такое ПДД? Пап, ты знаешь? ПДД – это финт в танце. Пап, три с минусом. Ну, хорошо, не два. И у Мирты ломается ветка розмарина, которую она хотела заставить Альберта танцевать. То есть, если бы она не подвела его к кресту, то ветка розмарина, она бы его заставила, заволшебствовала, и он бы танцевал, но изнеможенно. Теперь вы знаете, что такое ПДД. Это не финт, это танец. Да не знаю. Джи, молчи. Давай, вот ты, либретист, и вдруг... Что написано здесь? Пап, давай. И вдруг... И вдруг... И вдруг... Альберт воскрес. Ну почему? И вдруг... Что-то должно произойти. Что должно произойти? Чтобы он воскрес. Чтобы он не умер. А чтобы он не умер? И вдруг... Чтобы танец остановился. И вдруг... И вдруг пошли 32 фуэте. И вдруг начинает светать рассвет. И вдруг начинает рассвет. Это... Они же только ночью будут танцевать. Теперь, когда мы выслушали либретто, мы можем пойти спокойно. Что сделать? Покурить. Я думал, в Муринку отправиться. Давайте подведем промежуточный итог по нашему маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга. Наша любимая заправка «Лукойл». 420 примерно километров от МКАДа до Питера остается, ну, где-то 250 примерно. Цивильная заправка «Лукойл», тут же кафешечка, гриль-кафе. Все в единой сети, можно со своей едой, вы видели, мы свое кушали, можно купить. Здесь шикарные обеды, и кофе, и вкусности, и сладости. Тут же заправка, тут же туалет, и погулять. Место шикарное, рекомендую, и мы здесь всегда останавливаемся и в ту сторону, точнее, не в ту сторону, и в ту сторону. Вот, потому что таких приличных мест я по трассе здесь больше не вижу. Напоминаю, мы на М11, Москва, Санкт-Петербург. Пришло время поделить денежки, которые нам достались от нашей бабушки. Вот. А сейчас ребята будут делить на 6 пакетов. Каждому из нас раздадим по пакету, который мы будем потом потихонечку бросать на Чижика-Пыжика. Дорогие друзья, эта вот баночка досталась как бы мне по наследству от моей тещи Раисы Васильевны. Она умерла год назад. А это не то, что большие денежки, но все-таки какие-никакие монетки. Она их копила, не знаю, всю жизнь. И вот, сейчас открою, никак не открывается. Но это потом можно... что-то вырезать. Вот эти монетки, которые достались нашей семье от бабушки Раи, мы сегодня используем по назначению. Каждую монетку отдадим кому? Чижику-Пыжику. Итак, как будем делить? Ну, сейчас быстро не получится. Я уже вижу, какую я буду брать. Ну, удалось. Покажи. Вот это будет обязательно Чижика-Пыжика. У меня не меньше. Я. Не, без очереди не лезем. Так, штрафовать будете. Я питерский жетончик. А что-то мало как-то. Я думал, будет много. Набрали монеток, теперь Чижик-Пыжик обалдеет от всей этой мелочи. Покушали, либретто послушали, денежки поделили. Теперь идем заправляться. Сейчас заправим наших двух корейских коней и двигаемся дальше. И вот сейчас мы проверим
расход бензина на Kia Optima и Kia Soul. Мы одновременно в Москве заправились, вместе выехали, проехали там 420 километров и идем заправляться. Сейчас я вам расскажу, какая машина сколько сожрала. Друзья, вы все знаете, что везде масочный режим, поэтому приходится ходить в намордниках. Ну ничего, мы терпеливые люди, самое главное, чтобы все были здоровы. Вторая колонка, Наташкина машина, 42 литра 95-го бензина. И четвертая колонка, тоже 42 литра, но сотый бензин. То есть у меня мотор 2 литра 245 лошадиных сил. Скушали 42 литра сотого. У Наташки мотор 1.6, там порядка 130 лошадей. Скушали 42 литра 95-го. Получается расход на 420 километров 42 литра, 10 литров на сотню. Но мы идем примерно 140-150. Естественно, если ехать примерно 110-120, то расход будет там 8-9 литров. У нас немножко повышенный. Небольшой, но чуть выше нормы. Прошло 7 часов, и мы добрались до Питера. Это последняя заправка «Газпром». До КАДа здесь осталось километров 10 примерно. Мы заливаем полные баки, чтобы нам на обратной дороге не переживать за бензин. Вот, получается так, что от дома, с учетом заезда на дачу за дедом, и мы где-то минут 40, наверное, потратили на обед, заправку и прочтение либретто, мы добрались до Питера. Заселение у нас 15.00, такая бронь на Airbnb. Раньше нас не поселят, поэтому сейчас немножечко мы перекурим. Понятное дело, что заправимся на этом «Газпроме». И, наверное, поедем до Чижика-Пыжика доедем. Все-таки монеток-то у нас много. Кого сбили? Ворону! А я что говорил вам? На трассе ехали, Наташка, прям перед ней вылетела ворона, вдарила ей по машине, отлетела в нас, но мы увернулись. Вот пришли посмотреть. Наташка думала, что она орла сбила или ястреба. Я говорю, да я видел, что это ворон. Не верила. Говорит, пойдем перья смотреть. Смотрите, как здесь. Вот перья. Вот они. Это вот так вот ворона летела и не долетела. Дай достану. Вот такое вот воронье перышко. Я конечно, от тушки отвернулся от самой, но, как сейчас показывает осмотр моего автомобиля, перышки к нам тоже залетели. Вот, прямо на капоте, вот оно, и около решетки, то есть вот тоже перышко воронье. Забираем. На номере? Я не видел. На номере разводы вот эти вот тоже. Вы знали, Инна Алексеевна ведет репортаж с места событий. Мама... Как ваша дебютная поездочка? Мама у нас супер-класс водитель. Уль, что можете сказать? Как вам поездка с кофрами? Мне очень комфортно и уютно. Ножки греют кофры. Блин, аккуратно какашки. Антон Константинович, ножки длинные ваши еще не затекли? Прекрасно. Дед? Ну вот еду, все думаю, умрет же зелень или не умрет сегодня вечером. Может быть, выдержит, потому что мужик изменил ей, господи. Че умирать-то? Все они козлы, все они изменяют. Так, я зачеты у многих уже принял. Папа, у тебя зачет только не принял. Назови действующих лиц в балете «Жизель». Первая — «Жизель». Гарантирую, что «Жизель» там есть. Альберт и... Том Круз. Алло. Значит, да. Читаю. Да мне звонить не надо, ты Валерий, мне что звонить. Ну все. Все, давай. Я правильно ответил? Нет. Альберт, Жизель и баба какая-то там еще. Мирта. Повелительница Виллис. Мирта, повелительница Виллис. Маму как звать? Жизеля. Вы знаете? Берта. О! Как звать невесту графа? Вот вы знаете, как зовут невесту графа? Напишите в комментариях. Все, добрались до города.
Ждем 15:00 заселения. Вот наш весь бомжатник здесь собрался. И прямо за мной Невский. Невский проспект, а мы... как она улица называется? Караванная. Караванная, дом 28. В 15:00, через 10 минут нас заселят. Покажу, где мы будем жить. Заселились мы в нашу квартиру. Хоромы — это дедушкина. Спальня у нас получается такая, с занавесочками. Тут подрощенные. Это раскладывается диван. Вот они счастливы. Им очень нравится. Дедушка тоже счастлив. За ними шкаф. Все это выход из их комнаты. Такой большой-большой коридор. Это у нас дверь на улицу, ну, в подъезд. Это такой коридор. Все наши вещи. Наталья Семеновна тут. Поворачиваем направо. Длинный такой коридор. Я сейчас подумал, что это какая-то общага. Вот направо это наша комната. Мы с Наташкой здесь. Ульяшка нас приветствует. И вот ее диванчик. Ну, такая какой-то комодик, что-то. Торшер, креслица, телек, картина, ну, выход, соответственно. И два окна у нас. Ну, вид во двор. Но вот этот дом, который вот напротив, желтый, он стоит на Невском. То есть окна его в другую сторону выходят на Невск. То есть мы, ну, будем называть, что это как бы Невский. И теперь дуем из нашей комнаты ванна и туалет. Вот такая здесь. Мы эстетикой хотим устроить. Ванна, стиралка. Тут даже какая-то полочка такая вот. Ванна с... почти с гидромассажем. Ну, туалет. Туалет. Что тут? Такой туалет. Ну, туалет фиг его снимать. Бойлер, все дела. И вот такая гордость этой квартиры. Третюх, тебе нравится? Нравится? Вот такая кухня. 7 стульев. Стол. Все причиндалы кухонные. Деду даже поставили чай Липтон. Холодильник. И все прибамбасы для уборки. Ну, нам надо на одну ночь, поэтому всем очень понравилось. Мы решили немножечко отдохнуть. Мы — это водители. Молодежь нашу с дедом отправили в Зингер за книжками. У них традиция. Они всегда, когда приезжают в Питер, дедушкам покупают книжки, которые они хотят. А нам дали часик поваляться и отдохнуть с дороги. Так что сейчас придем, наберемся сил и продолжим дальше двигаться по нашему маршруту. К сожалению, времени на отдых было катастрофически мало. Подремал минут 10, дети вернулись из книжного. Ну, начинаем собираться в театр. Вот, приехали мы в спортивной одежде и оп, я готов. Пойдемте, покажу, как другие собираются. Так, Алина у нас наводит красоту глаз под интересные передачи на YouTube. Постоянно смотрим YouTube. И вы тоже смотрите и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Дедушке еще одеваться пока рано, поэтому он проверяет электронную почту, смотрит навигатор, как нам идти до Мариинки. В общем, технические работы пока у дедушки. Но у него... костюмы. Он привез 4 рубашки, но, к сожалению, только один будет антракт, то есть 2 отделения, 2 рубашки поет в холостую. Ну, Тоха, как и я, на расслабоне, как бы, накинуть свежую маечку и погнали, да? Я вот решил такой проверить лайфхак, нагреть свои ботиночки, чтобы в холодном Питере идти с теплыми ногами. Только у нас тоже на расслабоне, решил пока еще немножко поваляться, говорит, рано нам платье одевать, да? Ой, мамуля у нас делает массаж глаз, массаж рук. В общем, пока тоже достала все свои косметички. Не все еще. Я знаю, еще есть косметички, которые она не достала. В общем, потихоньку начинаем наводить красоту. Обратите внимание, какая интересная у нас люстра на потолке висит. Это такой зонтик. Зонтик с 3 лампочками и надпись. Love is all you need. А когда Алинка собирается, она вот Тоху выгнала в шкаф, говорит. Тоха, мне надо много места, иди в шкаф. Чтобы не мешал. Да. Непонятно, либо Алине не мешает, либо поближе к розетке сел. Ну а как идти от нашего места проживания до Мариинки? Все просто. Вот этот маршрутик у нас 38 минут. Мы идем по Невскому до гостиного двора.
Дальше по Садовой мы идем до метро Сенная площадь, переходим канал Грибоедова, идем по каналу Грибоедова, и вот он, черненький, вот он наш Государственный академический Мариинский театр. Вот сюда-то мы сейчас отправимся. Даже когда их увидел. Этикетку сними, что дело? Дорогие друзья, картина начинает вырисовываться. Мамуля у нас уже практически готова. Посмотрите на этого фраера. Во фраерской рубашке. Видать, сегодня будет дирижер главным. Или скрипач. Балабо. Ребята в одной этой концепции, черно-белые. Вот такие у нас зрители сегодня в третьем ряду, да мы? Да. В третьем ряду. Весь третий ряд наш. Да, я, конечно, раз не первый ряд, не стал ничего бабочку одевать. Первый бы одел. Ульяша у нас такая, раз. Вот такая вот сегодня улька у нас идет в театр. Маринка там вздрогнет. Так, эта парочка у нас тоже преобразилась. Уже так цивильненько все выглядит. Куда идем? В Маринку. Надо же, знают. Что смотреть? Жизель. Так. Кто в главной роли? Жизель. Жизель. Ширинкина. Твоя школа, Ширинкина. Ширинкина в главной роли. Идем на Ширинкину и Шклярова. Ну, конечно, ты-то дирижер, все знаешь. Дорогие друзья, в общем, мы все собрались. Мы готовы. А дедушка уже даже пальто свое одевает. Тохичка у нас тоже пальто. Футболочку свеженькую, чистенькую одел. Алиночка готова, я готов. В коридоре у нас мама с Улей тоже готова. На старт. Внимание, погнали. Так, друзья, стартуем с Невского. Невский 66. 39 минут, засекайте. И мы в Мариночке. Вся банда в сборе. Все идут, все нарядные. Некоторые даже девчонки в колготках. Такой мороз. Все-таки Питер. Обязательно нужно подкрепиться. Сегодня мы выбрали хесбургер, финские бургеры. Идем пробовать. А мы там пойдем там кушать для того, чтобы в буфете много денежек не прожрать. Да. Только пропить. Дедушка молодец, зрит в корень. Бабуль, что ты будешь, Сань? Я буду ржаной. Я буду артиллерией. Мне очень понравилось название. Метод Люхи. Мне название понравилось. Я решил заказать ржаной бургер, а Наташка переживает, что мы сидим на третьем ряду, и я могу там это немножко подпрыгивать во время балета, и поэтому придется брать не ржаной бургер, а хесбургер. Вот что я возьму. Кто последний? Не ты, я никому за кем очередь вставать. Девчонки, кто последний в очереди? Кто последний в очереди? Я. А за тобой какой-то мужик тут стал. Пальто красивое. Странный вообще, отойди. А тебе без... О, видишь, я минус один уже в очереди. Дедуля прихорашивается. Прям практически у зеркала. Но выглядит шикарно. Итого мы набрали на 1821 рубль. Обалдеть. А, ну 6 человек, по 300 рублей на человек. Давай оплачиваем. Дорогие друзья, мы наконец-то добрались нашей дружной компанией до точки финишной нашей. То, куда мы собирались, за моей спиной Мариинский театр, Государственный академический Мариинский театр, Санкт-Петербург. Идем на балет. Сейчас посмотрим, все вам покажем. В 7 утра мы выехали из дома из Москвы. И вот сейчас время 6:30 вечера, мы будем заходить. Обязательно надеваем масочку и... заходим. Все, идем сдаваться. Тогда этот тур... Дедушка обязательно покупает программку. Еще. Дайте мне пока две таких. Жизель. Контроль пройден, безопасность пройдена, программки куплены. А теперь у нас гардероб. Раздеваемся, наводим красоту и буфет. Буфет, буфет, буфет. И вот сейчас Ульяшка у нас из розового переоденется в черненькое. И мама тоже снимет свои теплые ботиночки, оденет красивые лодочки. Так, начинается у нас самое интересное. Здравствуйте, нам коньяк Арарат 300 грамм. Можете сделать? Ну, 320. Коньяк Арарат 320. А, нет, графинчик.
Тогда в три надо поделить. В три. Да. Это по 100? 100 и 120. Да и по 100 и 120. Так, а дальше у нас просек. Наташа, куда вы поделились? Наташа? Я сказала, Абрау Дюрсо. Сделайте нам, пожалуйста, 3 по 80. Так и проще. 3 по 80, хорошо. 3 рюмочки по 80 грамм. Абрау Дюрсо, брют, 2 фужера. Сейчас я по бутылочкам, вам 2 бутылочки? 2 бутылочки. А, значит, нам эту клубнику 3 порции. И бутерброды. Лосось. С лососем 3 бутерброда. Десерты мы клубнику взяли. Хороший заказ. Получается 5350 рублей. Коньячком можно потерять. Так, ну наконец-то мы добрались. Прошли все. И самое приятное в театре перед входом в зал. Что? Правильно. Немножечко, так сказать, принять для настроения, для согрева. Помнить, что в Питере в ноябре не очень жарко. Вот и что мы имеем. А имеем мы следующее, значит, коньячок, десерты клубника с черникой, шампанское. И вот в таком виде сейчас подают бутерброды. То есть обязательно должна быть такая вот заводская упаковка. Никто не имеет права давать бутерброды, сделанные как бы голыми руками. Только заводская упаковка. Еще интересно, видишь, заметил, шампанское обрадовал все. Хотел пыльнуть, чтобы, как говорится, за приезд, да. А пыльнуть не получится, потому что пробка здесь винтовая. Слышали звук? На резьбе. Шампанское на резьбе. За Жизель. За Жизель. И за Марину, Ширинкину. А, шампанское Маринки узнали. Клубника тоже. Зачет. Надеюсь, спектакль будет также хороший. У нас только сегодня непростая задача. Когда дедушка пришел во фрачной рубашке с бабочкой, мы с Тохой. У нас casual стиль, у него футболка дорогущая, новая, свежая, наглаженная, пиджачок. Он пришел в пальто, ну я так, по стандартному, рубашечка. Дедушка же сделал замечание, что без галстука или бабочки. Но мы же молодежь. Прости, пенсионер. Дорогие друзья, у нас антракт. Мне очень нравится. Я впервые в жизни на балете, я впервые в жизни в таком прекрасном театре. Шикарная постановка. Есть мне, конечно, что вам рассказать, как человеку, который первый раз здесь побывал. Есть классные вещи, есть некоторые вещи, которые мне не очень понравились, но об этом я вам расскажу, когда досмотрю до конца. Это очень важно. Так что на обратной дороге с театра я обязательно скажу все свои «за» и «против». Так, мы начинаем опаздывать на второе отделение. Бежим, бежим, бежим. Третий звонок прозвучал, но надеюсь, что без нас не начнут. Как-то все быстро, красиво так. Очень нежно. Очень нежно. И музыка. Какая музыка, да? Которая главная. Я так и не запуталась. Дорогие друзья, спектакль закончен. Мы покидаем зал. Прекрасный балет. Нам очень все понравилось. Прекрасно все станцевали. Прекрасное настроение. Музыка шикарная. Зал прекрасный. Все очень хорошо. Дорогие друзья, закончился наш балет. Скажу честно, это был мой первый балет. Давайте расскажу мое впечатление. Рядом со мной эксперты. Наталья Семеновна. Анатолий Аркадьевич, наш дедушка, который нас привез, подарил нам билеты в этот замечательный Мариинский театр в Питере. Сзади идут наши дети, танцоры. Конечно, танцоры, они современные, не балетные, поэтому... Но послушаем их мнение тоже. Мне... Так, значит, смотрите... Для тех зрителей, которые смотрят сейчас это видео и которые являются ценителями балета и хорошо разбираются в этом, как наш дедушка, я говорю сразу, мне очень понравилось. Я поставил 5 с плюсом. Я хочу сходить еще.
обязательно схожу. Может быть, даже и в Большой театр. В общем, 5 с плюсом. Классно. Дальше, пару минут, можете промотать ролик дальше. Я хочу рассказать свои личные видения, чего бы мне хотелось бы добавить в то, что я сегодня увидел. Первое. Мне не понравилось, что на протяжении вот два там, с копейками шел балет, было очень мало групповых танцев. Мне этого не хватило. Наташа, ты согласна? Не согласна. Дедушка? Не, не согласен. Не согласен. Все второе отделение, когда балет танцевал неплохо, тени. Вот. Давайте. Крестьянский танец мне очень понравился. Там 32 или 24, точно не помню. Ну, с мальчиком, наверное, 32. Мне очень понравился крестьянский танец, его было много. Наверное, 1/4 или 1/5 первого акта. Вот. Второе отделение действительно гораздо больше было массовки. Но, что лично я заметил, что очень большое количество времени массовка просто стояла. То есть, ну, красиво стояла, естественно. Понимаете, балерины, они там, их там учат всю жизнь красиво стоять, не придерешься. То есть очень красиво, но вот они стоят красивым таким, ну, занавесом или, как это сказать, там, красивой сценой. То есть режиссер, конечно, их там поставил красиво, а в центре одна вот главная героиня Жизель и главный Альберт, да? Вот. Мне лично хотелось, и как только вот эта массовка начинала двигаться, причем они там, понятно, они, у них там вторая, роль второго плана, они там что-то делают свое, но как только они двигались, мне прям вот раскрывалась душа, то есть классно, то есть главный герой, и фонари их там подсвечивают отдельно, то есть их выделяют, они танцуют какую-то свою партию, но как только вторая линия, так скажем, ну, массовка тоже двигается, ну, прям совсем по-другому смотрится. Можно я скажу по этому поводу? Обязательно. Этот балет 180 лет назад был поставлен. Действительно, это имеет место быть, то, что ты говоришь. А, например, в «Лебедином озере» лебеди почти не стоят на заднем плане. Они даже в белом адажо принимают наиактивнейшее участие. Этот балет «Лебединое озеро» был через лет 50, там, ну, примерно, через полвека после вот этой постановки. Так что да, да. Да. Ну, а я же и не спорю, я говорю, да. Чего лично мне, да. Вот здесь, да. Нет. Так, а теперь второй пункт, вот тут я вообще, я сидел вот в антракте, все думал, как же я вам буду об этом рассказывать. С чего начался наш сегодняшний этот видео, так скажем, видеообзор, видеоролик, когда мы сюда поехали. Мы остались на заправке, и я сказал, когда вы едете на балет, что главное знать? Либретто. Либретто, вот. Я ваш покорный слуга, оператор на этом канале. И, соответственно, пока дедушка рассказывал всем либретто, читал, вы это видели. Я, естественно, носился там с камерой, отсюда снял. Ничего я не понял. Я, естественно, конечно, ну, абсолютно не слушал, что он там говорит. Вот. Но так как он ехал со мной в машине, как бы немножечко он мне там, конечно, рассказал. Так вот, представьте ситуацию, что я знал либретто на 25%. Теперь, что такое либретто? Вот представьте, что вы приходите в кинотеатр, Киномакс, там, Аймакс, не знаю, там, Киностар, смотреть, ну, допустим, «Крепкий орешек». Сели, и вот как у нас в кинотеатрах включается реклама. Сначала показывают, что там через месяц выйдет там пиксель мультик такой-то, а вместо этой рекламы вам говорят, сейчас Брюс Уиллис, как он, Джон там, как это, в «Орешке крепком» звали его? Ну, Брюс Уиллис, а его Джон как-то, он Джон. И вам показывают. Сейчас Джон приедет в аэропорт, проводит свою жену, а жена сядет в самолет, самолет захватят террористы, дальше Джон пойдет, там, найдет, не знаю, продажного какого-нибудь, не знаю, полицейского, который там пронес оружие, в общем, и вам расскажут, о чем сейчас будет фильм, и потом заканчивается, и вы начинаете смотреть фильм. Бред? Бред. Так вот здесь, дорогие друзья, Это не бред. Это действительно то, как бы, без чего смотреть балет, ну, бред. То есть нельзя. Я на 75% был как бы в этом бреду. И только на 25% я понимал,
Что они танцуют? И вот теперь представьте, когда вот эти 25%, которые я знал, это безумно красиво. И это охрененно. Ты понимаешь, что вот сейчас там главный герой пришел, не знаю, там, просить руки там, Жизель. Жизель. И он так танцует, что ты понимаешь, блин, охренеть. А действительно пришел просить руки. Да, он не открывает рот. Он не произносит никаких слов. Играет живая музыка, он так танцует, ты понимаешь, твою мать, и правда, он же вот, вот этими всеми движениями, он... Но 75% времени... Я ничего не понимал, я сижу, что он там хочет. Смотрю, представьте ситуацию, значит, чувак, там второй главный герой... Ганс. Танцует с, примерно с 30, там, с 34 или 32 невестами. Виллисами. Ну, они виллисы, да? Да. Ну, выглядят как невесты. Балерины. Красиво. Как, это вот про мой первый пункт. Синхронно. Он с ними там туда-сюда. То есть мужик попал в рай. Он танцует, танцует, танцует. Херак и умер. От чего он умер? Я к Уле поворачиваюсь. Ну, она отслушала деда. Я говорю, Уль, а что случилось-то? Как бы, чего он умер-то? Уля говорит, они его затанцевали. Я говорю, в смысле? Уля, видимо, тоже пропустила этот момент. Когда дедушка рассказывал, что там на самом деле произошло. И, короче говоря, ребят, если вы идете на балет, то пойдемте куда хотите. Ну, давайте туда пойдем. Вот, в общем, идти на балет без либретто, это просто, я не знаю, как заказать проститутку, и она не приехала. То есть, ну, бред. Давайте теперь... Наташа, с вами согласна? Тоже не согласна? Ты все поняла. Ну, ты слушала либретто. Ну, Наташка слушала либретто, все поняла. И, конечно, она со мной не согласна. Так, и давайте третий пункт, самый главный для меня. Вот я не знаю, как устраивается вот вся эта схема. В смысле, композитор пишет музыку. Дальше... Дедушка, ты нам нужен. Вот расскажи примерно, по какому принципу строится балет? Сначала музыка пишется или сначала пишется, не знаю, там, сценарий? Сначала либретто. Вот, это опять возвращаемся к либретто. Да, сначала либретто, и на либретто пишется музыка, а потом хореограф ставит балет. Причем каждый хореограф может поставить свою версию балета. И поэтому либретто одно, которое, по которому пишется музыка, а краткое содержание балета у каждого этого хореографа разное. Поэтому в Большом театре одно краткое содержание, а в Мариинке другое краткое содержание. А есть, помимо хореографа, еще человек, который занимается не танцевальной частью, а драматической? Нет, только хореограф. И композитор иногда могут партитуру чуть-чуть переделать, переставить, добавить ничего не могут, могут только поменять местами. Ну, некоторые танцы сначала один, потом другой. То есть музыка может переставляться. Вот вы поняли, наверное, уже, к чему я это веду. Мне не понравилось, но, возможно, это, может быть, там, состав не тот, может быть, сейчас ковид, и там кто-то болеет, и кого-то заменяли. Мне не понравилось. Драматическая часть некоторых актеров не танцевальная. То есть, ну, там как, там же... Сейчас я еще раз говорю, ребят, я рассказываю тем, кто либо никогда не был на балете, либо там, не знаю, один раз, как я, сходи. То есть, чайником. Профессионал, вы меня даже не слушаете, я несу для вас полный бред. Мне не понравилась та часть, где они не танцуют, а, не знаю, там, страдают, что-то пытаются объяснить не танцем. Вот как только главный герой, главная героиня пытается танцем объяснить, что он ее любит, все, 5 с плюсом, у меня вопросов нету, он это делает профессионально. Я понимаю, что... Чувак, который там, как он главный называется? Альберт. Нет, не имя, а это Прима. Прима, он премьер. Премьер. То есть Прима и премьер, да. То есть когда премьер объясняет Приме, что он ее любит, тут без либретто понятно, что он и объясняет, что любит. Но как только они начинают лицами или вот ну какими-то там, я не поверил. Давайте так говорить, я им не поверил. Вот мне кажется, что это нужно подсокращать. То есть вот побольше вот то, что они действительно делают, на мой взгляд, профессионально. Вот танцуют, это, конечно, просто какой-то угар.
И четвертый пункт, что мне не понравилось. Я, это вот вообще личное мое мнение, даже не буду спрашивать ни у дедушки, ни у Наташки. Мне сам по себе бальный танец не очень нравится. Балетный? Балетный, да, балетный танец. Вот, и поэтому, когда танцует один человек на сцене, я этого не... Я только исключаем те моменты, когда делают какие-то реальные вот эти вот... Ну, понятно, он же не может постоянно прыгать, вот как они... Ну, типа шпагаты вот там, красиво они. Да, вот офигенно. Но он вот он прыг-прыг-прыг, вот эту линию прошел, там какую-то диагональ по сцене. Прыг-прыг-прыг, а потом, ну, в общем, короче говоря, меня это не задело совершенно. То есть не очень вот эта вот часть мне понравилась. Прямо у нас... Ребят, мы проходим Исаки. Вот там, видите, за мной... Исаакий, а с этой стороны это мэрия Санкт-Петербурга. Прям так и идем, тогда да. Тогда очень быстро идем, потому что там машины. Вот, как бы, когда там у них, я понимаю, за кулисами стоит тьма тьмущая. Ну, это возвращаюсь к первому пункту, что они массовку как-то не очень сильно используют. Ну, я не знаю, может быть, это так там Чайковский им приказ. 180 лет. Да. Я об этом и говорю. Типа корсара. То есть, на мой взгляд, что 180 лет назад об этом немножко не подумали. И еще пятый пункт, это уже личное. Кто меня знает лично, не по YouTube, а вот кто такой Алексей Лаксдин. У меня вот сзади идут девчонки, мои дочки. Они занимаются танцами там с 2 лет, сейчас там старше уже почти 18. А, значит, в любой танцевальной бабской компании, это точно, обязательно есть звезда и, ну, там, 1-2 звезды, и как бы не звезды. И мое мнение, что, естественно, и в балете так, ну, мне кажется, так у них везде, всегда. Так вот, есть прима, да, безусловно, она... талантливая, там все делает классно, как должно быть. И вот те, кто не дотянули своими физическими возможностями или там, не знаю, плохо учились. Ну, в общем, понятное дело, что в балете участвует там 40 девчонок, одна прима и 39, там, грубо говоря, не прим. И вот, знаете, мне очень не понравилось, как это выглядит, когда вот этих вот тех, кто. Оставшись, вот их там выстраивают, допустим, там они там полукругом как-то встают, ну, этим, так скажем, живым занавесом. И вот они стоят, ну, красиво, обалденно красиво, но стоят. А в центре одна, естественно, вот эта вот прима, Паша, да. И она кайфует. Во-первых, ну, она прима. Во-вторых, там и кричат из зала: браво! Ну, понятное дело, у нее там главный роль. Вы бы видели лица вот этих вот оставшихся. То есть, да, у них, ну, понятно, профессиональная, шикарная улыбка, позы вот эти вот там, пальчики, ручки, ну, вообще, все же. Но я представляю, что у них внутри, когда они стоят и делают, нехрена. Ну, что, встал там, в первую там позицию, 8-ю, я не знаю, какую-то балерину стоит. И вот они там минут 5-10 стоят, пока она там одна выдает. Вот, все. Профессионалы и ценители балета, возвращайтесь, как бы все, я свой бред закончил. В общем, еще раз говорю, мне очень понравилось, я еще хочу. Сейчас просто свою душу излил, так скажем, первый раз увидев все вот это, что вот я сегодня видел. Давайте так, ладно, 6-й пункт, музыка. Мне казалось, что должна быть погромче. Но мы с дедушкой обсудили только что вне... Скрипку Стардивари придумал. Громче не можем. Вне камеры, что так как это все-таки живой звук, они сидят в этой яме, наверное, просто это невозможно. Но с другой стороны, мы заметили, что микрофоны-то у них висят. И, ну а если есть микрофон, значит, как бы... Ну, может быть, эти микрофоны уходят за кулису, еще куда-то, чтобы они там... Мы слышим живую. Да, и понятно, что мы сидели там второй-третий ряд. Причем, почему я говорю, что второй-третий, мы сидели физически на третьем, но так как сейчас ковид, сидят через одного, вот так вот, передо мной никого не было, я так периодически свою мордаху закидывал вперед. И как будто бы, ну, физически я сидел, как будто бы голова сидела на втором ряду. В общем, мне хотелось погромче. Мне тоже хотелось погромче, потому что по телевизору с этим, как он называется? С усилителем. С ресивером. За вашим кинотеатром, да? За вашим кинотеатром мне приятнее слушать эту музыку.
Да, ну здесь природу не обманешь, физику не обманешь. Да, видимо так. Скрипка не может громче играть. Как дед скажет, как Страдивари ее сконструировал, так она как бы и играет. Да, да, да. Наташ, ты совсем не согласна с нами? Вообще. Ну скажи тогда свое мнение. Я в полном восторге. А 6 пунктов, Наташа? Не, у меня один пункт. Я в полном восторге, потому что это реально было круто. Я тоже в восторге, в полном. И с музыкой было все в порядке. Когда ты слышишь живые инструменты, это совершенно иное восприятие, нежели чем когда ты слышишь это в динамике, Dolby Surround и так далее и тому подобное. Потому что живой звук никто не сможет воспроизвести. Это раз. Страдивари не дураком был, да? Я примерно представляю процесс подготовки всего этого действа, поэтому все сольные партии я представляю, сколько стоит за этим труда, с какой легкостью они это делают на сцене. Ну, я преклоняюсь перед этими людьми. А что касается, что надо побольше групповых, товарищ Лагзин, вам, надо, надо точно совершенно... Вам на Бродвей. Вот там групповухи, да, фига? Не расслышал. На Бродвей. А, это называется нет, или шоу. Или балет-корсар. Там вся групповуха вот, балет. Поэтому мне очень понравилось. Да, мне да. Реально, я в диком восторге. Последний раз я была на балете в году 93-м, наверное, да. А это был большой. Я сидела на практически антресолях. Практически ничего не видела и ничего не понимала. Мне было 18, поэтому я считаю, что балет это все-таки для взрослых. И чтобы до конца почувствовать и словить настоящий кайф, это нужно делать немножко в другом возрасте, нежели чем 18, 19, 20 и даже, наверное, 25. Вот. Поэтому еще раз, я в полном восторге. Я дико благодарна нашему деду, что он нас вытащил, что нам подарил такой праздник. Всем рекомендую. Смотрите балет. И последнее. Седьмое! Нет, ну это уже к балету не относится. Мариинский театр. У вас сейчас загрузка, ну, допустим, 50%. Ну, понятно, шахматный порядок, как через одного. Ну, может быть и больше, ну, а может и меньше. Ну, у вас работает одна касса в буфете. Одна. Звонит третий звонок, у вас очередь в буфет, человек 10-15 как минимум. Вот перед началом так было и в перерыве так было. Ну, поставьте еще 2-3 кассы, но вы же, так скажем, Мариинский театр. Вы второй театр в стране точно, а то, может, ну не первый, конечно, а второй. Ну, в общем, нам все понравилось, шикарно. Кроме буфета. Нет, буфет нет, буфет отличный, цены дорогие, ну а как бы по-другому быть не может. Это ж Мариинский театр, как бы. Ну, нормально, все классно. Все, мы идем домой. Сейчас будем гулять с Трентюхой и ложиться спать. Увидимся завтра. Нет, все-таки спать еще рано. Посмотрите, как прекрасен Невский ночью. Людей немного, машин, ну, тоже мало по сравнению с днем. Красота, все подсвечивает, красиво горит. Сейчас попробую выйти на дорогу. О. Вот так вот красиво, тихо, спокойно, все подсвечено. Прекрасный город. Утро второго дня. Доброе утро, дорогие друзья. Мы позавтракали, сдали наш номер, точнее, нашу квартиру, выехали и направляемся, как вы думаете, куда? Карабинья Чижика-Пыжика! I would
домов, в каком из желтых домов на Фонтанке жил Пушкин, пыталась найти, но не получилось. Но зато в Питере все стабильно. Ветер, серое небо, все прекрасно, все как обычно. Мы все равно любим это. Я придумала способ, как всех отвлечь. Сейчас все мои монетки останутся на чижике. Уверена? Уверена. Все мои желания сбудутся. Пойдем попробуем. Ну-ка, чижик-пижик, получай, получай. Ни одной. Дедуля, дедуля, это позор. Ни одной. Маху я дал. Я буду кидать разными способами. Большую самую кинем в одиночку. Давай. Марья Ивановна. Маленькие горсточки. Есть! А я как дедушка. Как дедушка. Давай, докидывай. Мимо. Мимо. Давай. Я здесь. Алинеру. Как дедушка опроменосилась. Какой метод у тебя? Я собираюсь кидать по одной монете. По одной. Ну, это надолго. Так останутся. Так, большая монета какая? Да, большую сначала. Мимо. Красивый. Дубль два. Мимо. Ну, последний шанс. Маленькую попробуй. Вообще ноль. У меня есть свой метод. Надо кидать, чтобы она падала пластом. Пластом? Ну, вот так. Вот так. Ну, давай попробуем теперь по твоему методу. Давай пластом. Загадала желание? Да. Давай. Давай, Ульчика. Мимо. Наступает чемпион. Целая горсть монет. По-моему, сейчас нету. Будет эта горсть, три монеты останутся. Смотрите. Закидываем на чижика. Есть, смотрите. Там осталось три монеты. Чемпион! Да, спасибо большое. Спасибо, да, я победил. Да, за призом заеду, да, спасибо. Подписчики, настал ваш момент. Мы сейчас купим для вас эту самую, как это называется, статуэтка Чижика-Пыжика и разыграем. Как его выиграть? Как обычно, комментируйте это видео, ставьте лайки, и где-то через месяц мы среди всех прокомментируем, разыграем, и вы получите вот такого с кубком, да? Вот такого Чижика-Пыжика, ну, вот такую фигурку Чижика-Пыжика. Вот такую фигурку Чижика-Пыжика. Как обычно, комментируем, ставим лайки, и вы его получаете. Смотрите, все честно, я его оплачиваю и получаю. Вот такой вот у нас приз для наших подписчиков. Как обычно, мы про вас не забываем. И про вас мы не забываем. Спасибо. Все. Ждем ваши лайки и комментарии и отправляем в любую точку России этот замечательный приз Чижик-Пыжик из ноябрьского Санкт-Петербурга. Мы замерзли, ну и в принципе по нашим планам так и было, что мы кормим Чижика-Пыжика и уезжаем. Так что мы сейчас отправляемся домой, но единственное, что не прямо отсюда мы едем. Мы сейчас через Васильевский остров доедем до, так скажем, до начала ЗСД, вот это новые эстакады, и провезем дедушку по большой трассе, вот это, по новой эстакаде, мимо этого стадиона «Зенита», над Невой, и уже дальше на кат и на нашу М-11 Нева домой. На этом наше посещение Санкт-Петербурга заканчивается. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь и ставьте лайки. Еще там есть колокольчик. Если нажмете, то следующее наше видео вас YouTube уведомит и скажет, что быстрее бегите, смотрите видео Лыгстина. Главный фотограф нашей поездки фотографирует красивейших девчонок. I'm not gonna lie, 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 I'm not
нас традиционная остановочка, заправка «Лукойл», гриль-кафе. Место шикарное, это то, о чем я рассказывал, зона с беседками, травка есть, трентюха погулять. Ну и время 4 часа, у нас обед. Шикарное место, вот это гриль-кафе, для того, чтобы полноценно пообедать. Смотрите, что мы здесь смогли себе заказать. У дедушки у нас макароны по-домашнему с сыром. С двойным сыром. С двойным сыром, да. Сковородки, сковородку греют прямо в печи. Соляночка. У меня солянка, ульки, карбонара, котлета куриная. У ребят, у детишек, вон там Гордон Блю. Такие же вот сковородки с сыром. Ну, естественно, еще мы привезли немножко своего, то, что у нас осталось дома. Так что вот такое как бы домашнее питание здесь как бы нам предоставили. Вот такая Гордон Блю здоровенная, какие-то штуки. Ну вы наедитесь? Да. Да. А вот уже какой-то интересный момент. У нас мы с Наташкой, в общем, перед Питером заправились, вы помните, до полного бака. Соответственно, поездили по Питеру, все вместе. То есть одна машина ехала за другой. Припарковались на одной стояночке, условно говоря. Утром встали, поехали домой, вот проехали 250 от Питера, и на заправке я заправил до полного 31 литр, а Наташка 39. У меня мотор 2 литра турбо 245 лошадей, у Наташки мотор 1,6, там 132 лошади. И скушала почти на 30%, на 25% больше точно. О как. Дедушку высадили. До дома осталось еще километров 80-90, и наше путешествие закончится. Так что давайте скажем дедулю пока. До свидания, дорогие друзья. Смотрите нас. Все, деда отправляем в дом, в тепло. Все, а я поехал домой. Дорогие друзья, мы практически дома. Нам до дома осталось буквально здесь там, 3 километра. Платник весь мы проехали, точнее, все пункты оплаты, так что вот уже... Наш дом виден. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Помните, что всегда можно выиграть, и удача вам обязательно улыбнется. Приз в этом видео мы разыгрываем. Это фигурка Чижика-Пыжика из Питера. Комментируйте, задавайте свои вопросы, с удовольствием отвечу. Ставьте лайки. Вот. Мы на этом будем заканчивать. Надеюсь, мы до Нового года еще, может быть, куда-нибудь съездим. Так что не болейте. COVID-19 обязательно закончится. Все у нас наладится. Начнем ездить за границу. Ну, а я с вами прощаюсь. Счастливого пути. Спасибо. До свидания.